Всем снова привет. Так, мы снова играем в Грени. В Грени ремейк. Теперь мы знаем примерно, как оно все работает, и будем действовать наверняка. Так, мы, короче, снова путешествуем, я так понимаю, в самом начале, мимо дома. Мы идем в эту сторону. Видимо, мы знаем, что тут находится, и тут какие-то слухи про этот дом. Лучше приблизить. Вот он смотрит, главный герой, он говорит, блядь. Говорит, почему в том доме, а почему этот дом находится посреди леса? Ну, вполне себе нормальный вопрос, хотя... Здесь бабка намного хуже, намного страшнее. И вообще не бабка, это какой-то призрак. Серьезно говорю, это просто призрак, это не бабка. Не бабка, не детка. Мы играем, опять же, с максимальной сложностью. Сообщение, это письмо, типа... Я тебя люблю, я тебя кухаю, я все с тобой делаю, ты мой любимый внук. Страшно, блядь, страшно. Мы не знаем, что это такое. Как говорится... Мы не знаем, что это такое. Вот если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, поэтому нам страшно. Ой, блядь! Это просто неожиданность. Это была неожиданность. Это была внезапность и неожиданность. Это был пиздец. Ладно, сука, я знаю, как с тобой. Я знаю, как с тобой взаимодействовать. Короче, ломаем вот эту хуйню всю. Мы настолько жирные, что я думаю, лучше-то все сразу расхерачить. Хоп. Ой-ой-ой-ой. Я лучше спрячусь. Слушай, бабка, ты же не видела, что я здесь был, правильно? На максимальном уровне сложности. Лучше будем идти вот так. Мне кажется, она идет за мной. Это будет мое убежище, блядь, бабка. Потому что иди ты нахуй. О, сколько камней, блядь. Ты как ты пройдешь через свою же ловушку, блядь? Старая ты женщина. Все. Бабка обиделась. Затроллена бабка, слита. Вот мы и нашли ее слабое место. На нахуй. Вот так, блядь. Буль. Сука. Говно. Я сейчас, блядь, все камни нахуй туда выброшу, чтобы на всякий случай просто этот, иметь возможность тебя как-то отпугивать. На этот раз этот выпуск будет очень такой, побольше будет, скажем так, чем 12 минут. Фу, в последний момент. Так, что делать? Ой. Так. Бабка, давай-ка мы сделаем так. Я хочу посмотреть, ты будешь там? А, все понятно.
Все, бабка успокоилась. Быстрей. О, пульт какой-то. Так, используем. Пульт пускай будет пока здесь. Так, где бабка? Где бабка? Давай. Вот ты где. А лопата зачем? Так, лопата нам нужна будет, мало ли чё. Так, это о чем говорит? Ой, блядь! Прикинь, какая она злая была, я её троллил, просто троллил до бесконечности. И в итоге у нас все предметы нахуй похерились. Ладно. Берем камень. Отхерачиваем вот это. А, все, палка. Я так теперь понял точно. Мы с помощью палки мы не кинули, получается, мы дотянулись. У нас только тупой, что мне потребовалось это понять спустя второй раз. Ладно. Бля, дверь закройся. О. Так, на этот раз мы будем более умнее, мы не будем на ловушки эти смотреть. Так, выход у нас есть. У нас появился второй схрон со всякой хуетой. Мне кажется, бабка была там. О, я же говорю, бабка здесь. Так. Пускай бабка откроет дверь и пойдет туда, потому что, возможно, она переключится и захочется сходить в подвал посмотреть. Давай, бабка, иди в подвал. Смотри, сра... Нихуя. Она услышала то, что дверь захлопнулась. Это так что было. Ой. Она идет туда. Оттуда вон. Так, надо тихонечко пробираться. Ой, блядь! Так, она собрала все предметы, да? Ну а чё, крутая ачивка. Собрала все предметы. Так. Бля. Да что за ёбаный пиздец, блядь, происходит? Так, и вот мы здесь, в том месте, где мы должны собирать предметы.
Так это что такое? Какая-то хрень. Это что, типа ледянка, что ли, какая-то? Древняя. Ой-ой-ой-ой. Блять, она идет, 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 идет. Фуф. Это, конечно, был полный пиздец. С палкой пришла меня пиздить. Круто. Короче, ну его нахуй, мы съебываемся отсюда вам. О! А вот мои палки. Ага, ага. Да сейчас, конечно. Пошла нахуй. Бензин. Так. Куча предметов, и я теперь не знаю, что с ними делать. Потому что практически ни к одному из них я не нашел применения. Угу. А вот и план. Так, здесь у нас что? Ой, блядь. Она же меня везде слышать будет, да? Ну, я думаю, единственное, откуда она побежит, это оттуда. Я услышал звук, как открывается дверь. Блять! Она просто меня обвела вокруг жопы. Но смерть, однако, скучная. Ну давай, ебаш. Вот такие пироги. Так, ладно. Надо еще раз попробовать. Сложный режим. И перемотаю до того момента, где я уже начал херачить. Вот мы начинаем третий раз играть, и у нас вот какая хрень получается. Это грёбаная бабка просто сразу решила сходу меня трахнуть. Я-то смотрю, ко мне нет, и поэтому мне пришлось воспользоваться хитростью и смекалочкой. Мне пришлось просто кинуть вазу нахуй, потоптаться и все. Честно, я одной рукой электронку курю, сижу, второй я просто лениво это все делаю, потому что без возможности обхода ты никак не обойдешь. Да и когда она тебя уже увидела, там уже, блядь, ничего не сделаешь. Единственное, что возможно, это просто, блядь, хуй его знает, валяться и все. Все, со второго раза у нас все получится. Так, она напоролась на свои же грабли и сделала это вот так. У нас есть шанс выжить, так как у нас есть дырка. Сюда есть шанс будет от нее съебаться в эту дырку, но... Она этот камень забрала, получается, и пошла ему меня пиздить.
Это значит, что мы будем крайне аккуратными. На этот раз у нас игра ничем не одарила. Практически. Монетка. В оригинале она была, чтобы запустить какой-то механизм, типа той же этой метрошки. А сейчас? Так, у нас есть предметы. Но смысл в их использовании я не вижу просто. Ой. Ой-ой-ой, я слышу, как она бежит. Аж поднимается, да? Если мои наушники мне не наебывают. Она снизу. Фуф. Вот это было потно. Угу. Винты можно открутить. Классно. Кусок картины. Угу. У меня уже есть три предмета, которые вообще не имеют никакого, блядь, смысла в их использовании. Вообще ни капельки. Ой-ой-ой-ой. Что она со мной сделала, интересно? Просто меня, блядь, отпиздила. Просто меня захватило, начало душить. Я хер узнает, что. Ну ладно. Надо вернуться в ту комнату. Или хотя бы в этой комнате попытается блять. Все пиздец. Так, тут ничего нет. О. Она хотела меня отпидорасить там. Ой-ой-ой-ой. Ты иди ты нахер. Всегда хотел посмотреть, что под платьем у бабки. Вот этой вот. Одной единственной. О. Бабка, теперь у меня есть желание тебя отпиздить. Еще колесо. Тут что, их несколько, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. А вот и машина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, колесо. О, я придумал, как пробираться тайком.
И это максимально крутой, крутой способ вообще. Открывайся, бля. Я, по идее, физически сильный, а должен от бабки это уметь съебывать. Просто очень быстро. Давай пизды этой бабки, еще быстрее должен. А я по факту нихуя не умею. Тут же ничего нет. А, он пытался выбраться, его съели, блядь. Два колеса есть. Так, погоди, а где отвертка? Я помню, что я где-то выбросил нахуй отвертку. Где она? Ой, блядь. Все, пиздец. Все, да, все, бьем здесь. Блядь. Какой же я идиот, сука. Игра же рассчитана, блядь, для таких же, блядь, дебилов, как я, чтобы просто, ну... Она забрала, блядь. Я теперь понял. Короче, она отвертку эту мою забрала. Да ёб твою мать. Ёпта. Фу. Короче, туда мы не пойдем. Теперь есть импень, что нам теперь только здесь передвигаться можно. Ой, блядь. Фуф. Пошла в жопу. О, кусочки. Так, кусачки мы с собой возьмем. Они у нас пускай будут храниться там, где вот мы прячем все остальные предметы, потому что я хуй знаю, что еще делать. Блять. Фу. Хорошо, что они умеют карабкаться вот на четвереньках, как в оригинале, блять. А здесь что? О, здесь можно от нее съебаться. Круто. Только мне это не поможет. Код от сейфа? А это что? Открывается пультом. Да пошла ты нахуй. Все, я вернулся на изначальную. Так, у нас есть три колеса. У нас есть одна картина бабки. Код от сейфа, как ни странно бы он не выглядел. Монетка. Что еще? Больше ничего.
Последний день. И я уже двигаться нормально не могу. А возможно, это было из-за колеса. Надо двигаться крайне аккуратно, потому что, скорее всего, возможно, колеса мне пригодятся. Сейф. Теперь я, бабка, знаю, как твой сейф открыть. Слушайте, а вдруг в этом сейфе находится оружие? Да, бабке не поздоровится просто. А колесо забрала. Еще один какой-то в проход, вход. Че? Так. А зачем эти два брата здесь? Блять. Ну и все, и пиздец. На этот раз я посмотрю. Ну давай. Короче, какой уже третий внук по счету сдох. Я уже хер его знает. Ну, думаю, пока что на этом все. Всем спасибо, всем пока. Это был Токи Трэш. Играйте в такие же классные игры, как это.